Итак, Александр Иванов. Сначала я хочу ответить вам на три вопроса, хотя вы мне их еще не задали. Дело в том, что мне довольно часто приходится выступать, и, в общем, вопросы, конечно, повторяются время от времени. Есть какие-то вопросы, которые постоянно возникают. И вот три вопроса уже у меня, выделились, и я хотел бы на них ответить сразу. Первый вопрос меня всегда забавляет. Я не женщина, казалось бы, какое это имеет значение. Но меня часто спрашивают, сколько вам лет? Скрывать мне нечего, мне 43 года, из которых вот уже около 17 лет я занимаюсь литературной сатирой, пишу в основном, пародии на поэтов, на прозаиков и разрабатываю цикл эпиграмм. Второй вопрос исключительно задается в записке. Автор записки предпочитает остаться неизвестным. Вот, вопрос такой каверзный, я бы сказал, с подтекстом. Вот, лукавый такой вопрос. Спрашивает, как ваша настоящая фамилия? Чему это вы аплодируете? Хотел бы я знать. Да, но дело в том, что я эту фамилию унаследовал от своих родителей. Вот, и кроме того, имена писателей, которых я пародирую, я называю вполне открыто, наживая, конечно, врагов. И у меня нет никаких оснований прятаться за псевдоним. И третий вопрос тоже такой какой-то всегда вызывает у меня улыбку. Спрашивает, какие у вас отношения с Евтушенко? Вот именно с Евтушенко, больше ни с кем. Вот, очень людей это интересует. Вот, должен вам сразу сказать, что отношения у нас с ним нормальные. Что, конечно, у меня не со всеми и не всегда. Дело в том, что если говорить совершенно серьезно, что бы там ни говорили, Евгений Евтушенко один из самых талантливых, ярких и своеобразных современных поэтов. Вот. Наверное, вопрос вызван тем, что мало о ком я написал столько гадостей, сколько о нем, но это уже вопрос другой. Это вопрос моей профессии критической, сатирической. Это очень талантливый человек. Вот, если он заблуждается всегда честно. А сколько людей, вы знаете, не заблуждаются и делают это нечестно. Вот, ну, другое дело, что заблуждение — это постоянное его состояние. Вот. Ну, лучше вы записку напишите. Я вам так рекомендовал. Если каждый будет так кричать... А почему так? Зычный голос какой у тебя. Кроме того, Евгений Евтушенко совершенно справедливо считает, что бы ни говорили, лишь бы говорили. В том числе в пародии. Я к нему отношусь с большим и искренним уважением. И он, в общем, ко мне вполне, можно сказать, лоялен. Вот три вопроса, которые я хотел сразу перед вами осветить. Уже есть и другие вопросы, значит, я на них буду отвечать. А сейчас я приступаю к чтению пародии. Я прочитаю вам довольно большую программу из пародий, написанных в разные годы. Может быть, найдутся в зале люди, которые кое-что знают, кое-что слышали, но, по моим соображениям, большая часть, подавляющее большинство читаемых сегодня пародий, во всяком случае, в этом зале не исполнялось. Начну я с поэта, имя которого вам прекрасно известно. Это одно из наиболее, часто повторяемых имен современной поэзии. Это Лев Ашанин. Лев Иванович Ашанин – интересный поэт, много работающий. Но у него есть одно хобби, одна такая слабость. Он любит время от времени выезжать за рубеж.
Но вы зря рассмеялись, тут все в порядке. Он всегда приезжает обратно. Так что все нормально. Просто, знаете, для любого писателя поездка и по стране, и за рубеж — это новые впечатления. А новые впечатления — это всегда новые стихи. И вот явно после одной из своих зарубежных поездок Лев Ашанин написал: «Смотрел сегодня танец живота. Красивая девчонка, но не та, что спать не даст одной короткой фразой. Восточная красавица, прости, восточная красавица, пусти к непляшущей, к нездешней, к светлоглазой». Ну, так просит, как будто его кто-то там держал. Трудно было удержаться, чтобы не откликнуться пародии, что я и сделал. Она называется «Маясь животом». В далекой экзотической стране, где все принципиально чуждо мне, но кое-что достойно уважения, смотрел сегодня танец живота. Живот хорош, но в общем срамота. Сплошное, я считаю, разложение. Не отведя пылавшего лица, я этот ужас вынес до конца. Чуть шевеля сведенными губами: «Восточная красавица, зачем ты свой живот показываешь всем? С тобой бы нам потолковать на баме. Восточная красотка хороша, но кровью облилась моя душа, ведь так недалеко и до конфуза. Халат взяла бы или хоть пальто, а то нагая, это же не то, что греет сердце члена профсоюза. Восточная красавица, прости, но я хотел бы для тебя найти достойное эпохи нашей дела, чтоб ты смогла познать любовь и труд. Но я боюсь, что этот шаг сочтут вмешательством во внутреннее дело». Я раза три записывал эту пародию в передачу «Вокруг смеха», и три раза я ее не слышал с экрана. Я спросил, ну почему? Ну идут и более, так сказать, какие-то острые, обидные вещи. А мне сказали: вы знаете, из Обама. Я говорю: ну что ж обидного для нашей замечательной Байкало-Амурской магистрали? Ну так вот нельзя. Вообще, вы знаете, иногда странные вещи происходят. Моя предпоследняя книжка называется «Красная Пашечка» по названию одной из пародий. Она лежала в одном издательстве. Нет, я ее не буду сегодня читать. Я хочу просто рассказать историю. Эта рукопись лежала в одном издательстве, и мне сказали: будем издавать, но только вот... смените название. Я уперся. Мне нравится это название, и нравилась эта пародия. Я отнес рукопись в другое издательство, и там его издали. Эта книжка вышла. Потом я начал узнавать: ну почему же нельзя «Красная Пашечка»? Вы думаете, из-за слова «красная»? Ничего подобного. Мне сказали, что редактор заподозрил здесь издевательство над Пашей Ангелиной. Ну, можете себе представить? Я чуть со стула не свалился. Я говорю: с ума можно сойти. Во-первых, кто это помнит? Давайте обратимся к теме любви, потому что без любви поэзии вообще не существует. Вот наши женщины-поэтессы, они очень, я бы сказал так, отважны в описании интимных переживаний своих лирических героинь. Очень откровенны.
мужчина на такое просто не решится. Вот москвичка Тамара Жермунская, но она сама нарвалась на неприятность, она подарила мне книгу своих стихов. Нашла кому? Открыл я книжку Тамары Жермунской и прочитал. «Ты пахнешь, как охотники в лесу, на утро после дымного ночлега. Мне кажется, я скоро понесу не от тебя, от пороха и снега». Ну, конечно, я обалдел. Ну, а потом подумал, что, вы знаете, в наше время, когда такие чудеса творятся везде, может быть. Хотя, конечно, вряд ли. Учитывая, что в жизни лирической героини поэтессы сложилась весьма драматическая ситуация, это нашло отражение в пародии. Она называется «Куда ни кинь». Гуляла я в заснеженном лесу, где все вокруг безмолвие и нега, и поняла, что скоро понесу не от тебя, от холода и снега. Идя весной, любуясь на красу природы юной, слыша птичьи трели, почувствовала, скоро понесу не от тебя, от ветра и апреля. Бродила летом, видела росу, в грозу попала далеко от дома, и показалось, скоро понесу не от тебя, от ужаса и грома, а осенью, когда свербит в носу и в небе птиц печальных караваны, мне стало ясно, скоро понесу не от тебя, от мрака и тумана. Вот так всегда. Ну, право, отчего, куда ни кинь, интимные моменты. Одно лишь непонятно, на кого я буду подавать. Поэт написал стихи, я вам сейчас... Потому что это не я, это он. Вот смотрите, я покраснел, когда я это прочитал. Я слышу, как под кофточкой иглятся соски твои, брусниченки мои. Ты властна надо мною и не властна, и вновь сухи раскосинки твои. Пародия называется «Лирика с изюминкой». Ты вся была с какой-то чертовщинкой, с пленительной смешинкой на губах, с доверчинкой да всхлипинки, с хитринкой, с призывной загогулинкой в ногах. Ты вся с такой изюминкой, с грустинкой, с лукавинкой в раскосинках сухих, что сам собою нежный стих с лиринкой слагаться стал в извилинках моих. Особинкой твоей я любовался, вникал во все изгибинки твои. Когда же до брусничинок добрался, взыграли в раз все чувственки мои. Писал я с безрассудинкой поэта, возникла опасенка уж потом. Вдруг скажут мне, не клюквинка ли это, с изрядной развесинкой притом. Ну, как вы понимаете, речь зашла о пошлости. Ну, когда поэт пишет о любви, это, в общем, трудно удержаться на той грани, на которой всегда удерживается истинный настоящий поэт. Я буду потом немножко говорить об истинности поэзии, если позволите мне немножко отвлечься от пародии. Пошлость. Вы знаете, иногда пошлость произрастает буквально на ровном месте, так сказать, ниоткуда. Прорастают эти ядовитые семена. Вот эту пародию вы можете знать.
Московский поэт Дмитрий Смирнов делает как будто бы пейзажную зарисовку. Просто. Он пишет. Тишина, звуки белого хруста долетают с далекой гряды. Наливается соком капуста, аж застежки трещат на груди. Видите, куда его понесло? Какие ассоциации. Пародия называется «Разочарование». Хвост обычно держу я морковкой, в постоянной готовности рот. Со своей обычной сноровкой я люблю посещать огород. Чтоб мне было, товарищи, пусто, я пропал у капустной гряды. Наливается соком капуста, аж застежки трещат на груди. Не пора ли, решил я обедать, аппетитна она и чиста. Не пора ли капустки отведать, благо соком она налита. Час настал, затрещала застежка, пряжки, кнопки, крючки, то да сё. Наконец распахнулась одежка, а под ней кочерыжка, и все. Я очень люблю упражняться со стихами наших поэтов, которых критика вполне, так сказать, открыто и официально называет поэтами-деревенщиками. Иногда их еще называют поэтами-почвенниками. Ну, вам все ясно, это поэты, которые пишут на сельские темы. Но тут одна странная закономерность. Вы знаете, все эти поэты почему-то живут в больших городах, в благоустроенных квартирах, и очень этим тяготятся. Очень им, понимаете, город просто поперек горла встал. Ну, не в моготу. Это цивилизация, это суета, понимаете, удобство на каждом шагу. Асфальт, стекло, духота, суета. Невозможно. Хочется бросить все это к чертовой матери и припасть к истокам. Ну, казалось бы, что проще? Сдал квартиру в городе, в исполком, и припал навсегда. Нет, торчит в городе и очень по этому поводу переживает. Читая стихи этих поэтов, я порой ловлю себя на догадке, что эти поэты, по-моему, и в деревне-то никогда не бывали. Вот, в частности, читая книгу такого сугубо городского поэта, немолодого человека, по имени Леонид Шкавро, я было подумал, что он не только никогда не был в деревне, но ни разу в жизни не выезжал за город. Но один раз все-таки съездил на силы его. Не иначе, иначе бы он не написал стихотворение с очень характерным названием «Удивление». Вот его начало. Дыша настоем трав и сена, обоймой выставив соски, и величаво, и блаженно коровы дремлют у реки. Прочитал я это и подумал, что все-таки поэзия — великая сила. Ну что особенного человек увидел, казалось бы, да? А какую панораму создал? Ну, как всегда, в пародии я пошел чуть дальше в этом наблюдении, кое-что преувеличил, домыслил эту ситуацию, и получилась небольшая пародия под названием «Прозрение». Я шел, и сердце было радо, и, кажется, я даже пел, и вдруг в лугах увидел стадо, и удивился я, и сел. Как все продумано в природе! Тончайший замысел каков, все одинаковое вроде, и у коров, и у быков. Догадка вспыхнула багрово, седые обожгла виски, те, у кого соски, коровы, те, у кого их нет, быки. Ну, иногда наши поэты-почвенники дерзают решать куда более серьезные проблемы, нежели отличие быков от коров. Вот один из признанных лидеров этого направления, поэт Николай Тряпкин, живет в Москве, конечно. Николай Тряпкин написал: «Тут не город Анжелос, не страна Бразилия, просто клунька да навоз. Да моя фамилия». И дальше. Даже местный агроном
не хотит в Бразилию. Пришлось писать пародию под названием «Про наш навоз да ихний анжелос». Ох, и чудо наш колхоз, анжелос удавится. Клунька, Дунька да навоз мне ужасно нравится. Что такое анжелос? Слышал, помню, в школе я. В общем, тот же наш колхоз, может, чуть поболее. С урожаем погорим, обуваем валенки. С агрономом говорим, сидя на заваленке. Задаю ему вопрос, нашему Василию. Может, съездишь в Анжелос, али там в Бразилию? Он, тряхнув копной волос, сипнет от усилия. Не поеду в Анжелос, не хочу в Бразилию. Отчего ж, пытаю я, так туда не хочется? Он сердешный, как змея, над жаровней корчится. Агроном, гляжу, дошел от моего вопроса-то. Говорит, с ума сошел, али тут недосыта. Головой опять потряс и добавил жалобно. Там хуже, чем у нас. Там работать надобно. Пусть не сложится у вас не совсем правильного впечатления, что пародии пишутся только на плохие стихи, на плохих поэтов. Это вовсе не так, и чем поэт талантливее и своеобразнее, тем интереснее писать на него пародию. Зачем это делается? Ведь страшно сказать, но и на великого Пушкина при его жизни существовало немало пародий. Это самостоятельный литературный жанр, который существовал всегда. Пародии в основном делятся на три части. На три, так сказать, ну, вида, что ли. Первый вид – это сатирическая пародия. Я вам сейчас их демонстрировал. Меня больше всего тянет именно к такому сатирическому переосмыслению, к сатирическому выпаду. Второй вид пародии – это юмористическая пародия. Она возникает тогда, когда перед пародистом талантливое произведение, и пародия уже вместо сатирического выпада представляет собой скорее такой юмористический анализ особенностей творчества. И третий вид пародии, так называемое пародийное заимствование, когда берется форма какого-то знаменитого произведения и создается просто сатирическое произведение. Вот сейчас что-то вроде я вам и прочитаю. Пародию на одного из самых лучших ныне здравствующих, слава богу, современных поэтов, замечательного поэта Давида Самойлова. Если вы не читали, если вы любите поэзию, горячо вам рекомендую этого скромного и замечательного поэта. Есть у Давида Самойлова такой совершенно очаровательный цикл стихов «Цыгановы». Сам поэт говорит, что со временем, когда этих стихов станет побольше, они могут образовать такую небольшую поэму. А пока это отдельные стихи. Кто такие цыгановы? Вот это как раз деревенские настоящие жители, целая семья, живущая там и работающая. Лирический герой поэта часто бывает у них в гостях. Это такие, ну вот есть такое дурацкое слово, простые люди. Да, они не шибко, может быть, грамотные, не во всем, так сказать, разбираются, но очень честные, добрые, прекрасные, работящие люди. И вот о бытии этой семьи, о ее радостях и горестях и создается этот цикл стихов. «Гость у Цыгановых». «Встречай, хозяйка!» — крикнул Цыганов. Поздравствовались, сели. Мгновение ока юный огурец из миски глянул, словно лягушонок, а помидор, покинувший бочонок, немедля выпить требовал подлец. «Хозяйка, выпей!» — крикнул Цыганов. Он туговат был на ухо. И так далее. Я написал пародию. Она вошла в мою последнюю книжку, только что вышедшую, и вошла с тем названием, которое получила при своем рождении. Вот это меня немножко, так сказать, так удивляет. Пародия называется «Ужин в колхозе». «Никак, Самойлов!» — крикнул Цыганов. Он был глухой. «Ты вовремя, ей-богу! Хозяйка постаралась. Стол готов. Давай закусим, выпьем понемногу. А стол ломился. Милосердный Бог!»
Как говорится, все отдай и мало. Цвели томаты, розовело сало, моченая антоновка, чеснок, баранья ножка, с яблоками утка, цыплята табака. Мне стало жутко. В сметане караси, белужий бок, молочный поросенок, лук зеленый, квашеная капуста, грусть соленый подмигивал, как будто ветчина была ошеломляюще нежна. Кровавый розбив, колбаса салями, телятина и рябчик с трюфелями и куропатка. Думаете, вру? Лежали перепелки, как живые, копченый сиг, стерлядки паровые. Внесли в бочонки красную икру. Лежал осетр. А дальше что я вижу? Гигант омар на медне из Парижа. На блюдо свежих устриц вперил глаз, а вальшнепы румяные, как бабы. Особый запах источали крабы, благоухал в шампанском ананас. Ну, наконец-то, думал я, сейчас. Закусим, выпьем, эх, святое дело. В графинчике проклятое белело, лафитник выпить требовал тот час. Я сел к столу, смотрела Цыганова, как подцепил я вилкой огурец, и вот, когда казалось все готово, тут Иванов, что ждать от Иванова? Пародией огрел меня, подлец. Ну, прежде чем литератор, я, конечно, читатель. И в основном я читатель, а потом уже писатель. Вот. Ну, кроме того, я гражданин и, так сказать, человек со своими какими-то соображениями, убеждениями, симпатиями и антипатиями. Вот мне, например, всегда было с детства противно чувство вот какого-то шовинизма, национализма, терпеть не могу. Вот. И порождение этих явлений, этих настроений, так называемый квасной патриотизм, то есть вот ограниченный такой местный патриотизм. И мне это неприятно всегда с ним встречаться. И вот отголоски вот этого самого знаменитого квасного патриотизма мне почудились в стихах поэта, имя которого вам вряд ли известно, ну, несколько книг издал, Олег Поскребышев. Олег Поскребышев написал. Я читал эти стихи лежа, вот, перелистывал его книжку, книжка так серая, вот, и, натолкнувшись на эти строчки, я даже сел как-то, сразу у меня сон пропал. Олег Поскребышев пишет: «Давай-ка мы попашем, как попляшем, давай-ка покуем, как попоем, и что не наше, назовем не нашим, и потеплее скажем о своем». Вот маленькая пародия под названием «Поем о своем». Никто о том и в сказке не расскажет, за что люблю веселый наш народ. Пора пахать, а он, родимый, пляшет. Пора ковать, а он, родной, поет. То в радости, а то и бровь нахмурит, ни бог его, ни дьявол не берет. Пора бурить, а он стоит и курит. Пора пилить, а он сидит и пьет. И что не наше, мы того не любим. Так и живем, то пляшем, то поем. А если что загубим, то закупим. Не продадут, чирикаем в своем. Я хочу немножко поговорить с вами о поэзии, если вы не возражаете. Вы молодые люди, так сказать, молодость. Вас должно это заинтересовать. Несмотря вот на концертную обстановку, я буквально 5 минут уделю вот своим каким-то тревожным размышлениям на эту тему. Вы знаете,
Помните шутливую формулу Маяковского из поэмы «Хорошо»? Он пишет: «Сидят папаши, каждый хитр, землю попашет, попишет стихи». Ну, сейчас эта шутливая формула приобрела совершенно зловещий оттенок. Действительно, по-моему, так и происходит. Пишут все. Я бываю в журнале «Юность», я там и печатаюсь, и часто вообще бываю, у меня там друзья. Я захожу в отдел поэзии журнала «Юность» и вижу страшную картину. Знаете ли вы, например, о том, что отдел поэзии журнала «Юность» в среднем в месяц получает до 150 килограмм стихов? 1,5 центнера. Один журнал. То есть что-то какое-то разливанное море поэзии, будем говорить так. Но поэзии, конечно, в этом нет или почти нет. То, что мы с вами сейчас читаем, то, чем завалены прилавки книжных магазинов, это, в общем, к поэзии имеет самое отдаленное отношение. Это все или почти все стихотворцы разной степени одаренности. Даже есть стихотворцы талантливые. Это талантливые люди, но они не поэты, они стихотворцы. А это все-таки большая разница. Вы, наверное, тут есть среди вас и поэты, пишущие люди, сочинители, может быть, даже кто-то печатается. Вы знаете, а кто вот не пишет, вы не смущайтесь, можете начинать. Потому что я бы взялся любому из вас дать несколько уроков, и вы бы вполне смогли писать стихами, рифмовать в рифму. Поверьте мне, это очень и очень несложно. Немножко потренировавшись и набив руку, стихами свои мысли и чувства изложить гораздо даже проще, чем прозой. Уверяю вас, я не шучу. Я сам не являюсь поэтом, но рифмовать я достаточно хорошо умею. Поэтов я бы из вас не сделал, я и сам не поэт. Вот, так что вот видите, и вы бы писали так, уверяю вас, что вы могли бы печататься в газетах, журналах, альманахах и даже издаваться отдельными книгами. И при всем при том, поэзии крупицы. Настоящий поэт, истинный поэт, может родиться один раз в 100 лет, а может и не родиться. Вот такая тревожная ситуация, когда поэзия, в общем, тонет в море рифмованной версификационной продукции, пусть даже и талантливой. Ну вот, сейчас я прочитаю одну старую пародию на одного такого рифмоплета. Я употребляю это уничижительное слово с полным основанием, потому что это версификаторов, то есть людей, умеющих писать стихами, который явно портит литературные вкусы и представления о том, что такое поэзия. К сожалению, этот поэт популярен, ну, надеюсь, что не среди студентов, а вот в старших классах школы его читают и любят. В этом я уже убедился. Это Игорь Кобзев. Игорь Кобзев — это такой младший собрат Эдуарда Осадова. Такая же чепуха. Вот, вы знаете, я рискую с вами поссориться с частью аудитории. Тут есть девушки, которые очень любят поэзию Эдуарда Осадова. Я, конечно, ну там любить нечего, чушь собачья. Вот, причем я попытаюсь не быть голословным. Понимаете, в чем тут дело? В чем притягательность его и в чем опасность? Я бросил Кобзева и заговорил об Осадове. Я немножко заволновался, заговорив об этих важных вещах с моей точки зрения, о вкусе, о понятии истинности. Вы знаете, что-либо по существу возразить против того, что пишет, скажем, Эдуард Осадов, я не могу, да и никто не может. Ну, давайте вспомним, о чем он пишет. Он пишет о том, что женщин обижать нехорошо, и руку на них поднимать, Боже, сохрани. Так? Значит, он пишет о том, что нехорошо изменять жене или мужу. Так? О том, что нельзя обижать животных и бросать их на произвол судьбы. Так? Ну и еще о том, о чем он пишет. Да,
ну, самое главное, о том, что, как бы это сказать поприличнее, ну, о том, чтобы девушка, значит, как-то вот, да, до свадьбы, да, ничего себе не позволяла. Вот, по существу, ну, что можно против этого возразить? Все правильно, и действительно так хорошо бы так вот и жить бы. Вот, только вот не получается иногда, я понимаю. Да. Вот, беда в том, что это в чисто художественном отношении сделано на таком примитивном, первобытном, убогом, художественном, если можно говорить о художественном уровне, что это может безнадежно испортить вкус. Юный человек, начитавшись Асадова и проникнувшись, и подумав, что это и есть вот настоящее, вот тут самая грозная опасность. Этот человек уже может никогда в своей жизни не подойти к Пушкину. А человек, проживший жизнь без Пушкина, это... ну, калека, скажем так. Понимаете? Вот в чем единственная опасность этой вот псевдопоэзии. Вот этих подделок. Извините, я немножко отвлекся. Вернемся к Игорю Кобзеву. Ну, в отличие от доброго Асадова, который, в общем, так сказать, ну, не навязывает. Ну, хочешь так, ну, хоть, ну ладно. Игорь Кобзев, он человек со шпагой. Он борец, он воюющий человек. Он всю жизнь, он лет 30, к сожалению, уже сочиняет. И все время он находится в состоянии войны со всем миром. Вот очень давно он писал, обращаясь к девушке. «Я бы даже птицей обернулся, я бы пел звончей, чем соловьи. Не целуйся, слышишь, не целуйся, слышишь, не целуйся без любви». Прошли годы, ну, ничего, конечно, не изменилось. Все как было, нормально так и было. Вот, он стал злиться уже и решил написать такие гневные, клеймящие стихи, посвященные нашим мужчинам. Он решил нас совершенно смешать с грязью. Он написал удивительные вещи. Вот где тут был редактор, вы мне скажите? Вот отрывок. «Ну так чем же мужчину проверить? Юбкой, брюками, краской ТЖ или тем лишь, что ходите в двери, где написано «М», а не «Ж»?» Ну, невозможно любить это и одновременно Пушкина. Это исключено. Исключено. Еще прошли годы. Стихотворец совсем ослаб. Изнемог в неравной борьбе. И у него вырвалось такое трагическое восклицание. Как это можно тоже себе позволить, непонятно. Он написал, явно имея в виду себя. «Ах, если б я любил людей поменьше, мне не было бы так в жизни тяжело». Вот за все за это и была в свое время написана пародия, которая называется «Мужчина на проверке». «Все мои беды из-за альтруизма, из-за наивной веры в красоту. Я подорвал 2/3 организма, воюя против зла за доброту. Девчонка без любви поцеловалась и глазками кокетливо косит. Я видел это, сердце оборвалось, и с той поры на ниточке висит. Не оборвите ниточку, злодеи, я хоть и рыцарь, но не юн уже. Не опошляйте голубой идеи о чистой дружбе между М и Ж. Люблю людей, люблю мужчин и женщин, детей и стариков, и даже тещ. Ах, если б я любил людей поменьше, я не был бы так бледен, зол и тощ. Я в брюки не засовываю руки, рукам я с детства воли не даю. Я на мужчинах уважаю брюки, на девушках лишь юбки признаю. Я телом и душою чист, поверьте, держусь лишь на моральном багаже. Я буду в М ходить до самой смерти, хотя меня и посылают в Ж.
серьезной литературной проблемой, как выясняется, является правильный выбор художественных средств. Вы сейчас поймете, что я имею в виду, хотя я сказал, в общем, достаточно ясно. Правильный выбор художественных средств. Молодой московский поэт Геннадий Космынин. Тоже имя не очень известное, но проблема вот, так сказать, намечается. Я так, в общем, как-то пытался узнать, ничего в жизни этого поэта, жизнь этого поэта не давала никаких зигзагов, но мы будем условно называть их всех поэтами. Ну, так уж как-то принято. Никаких зигзагов не давала, но вот тут вот что-то меня насторожило. Геннадий Космынин взялся описать весну. Вот ту весну, которая сейчас начинается. Самое прекрасное время года. И пишет. «Льды на реке ломает март, апрель как вор в законе. И льдины стаей битых карт разбросаны в затоне». Вроде называется «Все путем». В свои права вошла весна, вокруг светлей и чище, и стаи воробьев шпана спешат на толковище. Грачи, как крестные отцы, глаза свои таращат, везде домушники, скворцы уже чего-то тащат. Барыга мерин погорел, мужик его треножит, а голубь фраер ожирел, взлететь и то не может. Лохматый пес сидит, как вор, и пайку ест из плошки. Крадется кот, как сутенер, на тротуарах кошки. Ворона, словно человек, разинула едала. Сорока падла, будто век свободы не видала. Всех обогрел весенний свет, длинны, как сроки тени. И вот уже сидит поэт и ботает по фене. Так. Пожалуйста, пародию на эти строки. Должен вам сказать, что экспромтом я никогда не работаю. Для меня я пишу вообще очень медленно. Приходилось ли вам писать пародии на стихи Булата Акуджавы? Да, конечно. Но я его очень люблю, и поэтому пародии такие юмористические. Как вы относитесь к творчеству пародиста Александра Лившица? А, Владимира Лившица. В частности, к тому утверждению, что ваши пародии грубые, как сказано в его эпиграмме на вас. Да, к сожалению, ныне покойный поэт Владимир Лившиц московский на меня написал такую эпиграмму. «Поклонник я твоих пародий, но говорю при всем народе, как славно было бы, кабы они бы не были грубые». Но это его личное мнение, понимаете? Я считаю, что пародия должна быть злой, но не должна быть злобной. Хотя такое явление, как Игорь Кобзев, может вызвать и злобу. Злой, но не злобный. А не злая пародия, что это? Это абсурд. Ваше мнение о книге Валентина Пикуля «У последней черты». Да нет у меня никакого мнения об этой книге. Вы знаете, читал я ее, да. Кстати, вы знаете, наверное, от меня ждут какого-то разгромного отзыва об этой книге. О творчестве этого писателя. Его не будет. Я ценю Валентина Пикуля. Дело в том, что он возрождает в нашей литературе жанр, который совершенно исчез. Он беллетрист. А беллетристика нужна. Понимаете? Вот. Что касается романа «У последней черты», то это неудачный роман, с моей точки зрения. Хотя он читается, конечно. Это все очень любопытно. Источники, которыми пользовался на сей раз писатель, чрезвычайно недостоверные.
Ну, очень много можно было бы говорить о неудаче этой работы. Основная неудача видится мне в подходе к проблеме. Валентин Савич не совсем правильно изобразил, что происходило, в общем, в России, в верхушке России. Дело в том, что в то время, так сказать, царизм был обречен, и он должен был быть сменен другим общественным строем. Это сущая правда. Но дело в том, что царскую Россию возглавляли люди вовсе не алкоголики, не идиоты, не кретины и не дураки. Это были умнейшие люди своего времени. Другое дело, что они представляли общественный строй, который был исторически обречен. А Валентин Пикуль это смазывает, а выставляет их какими-то идиотами. Это было не так. Ну, кто скажет, что граф Витте был дурак? Это неверно. И влияние Распутина там, ну, в общем, так сказать, все там неверно. Отсюда и неудача. Не забудьте прочитать свою пародию на Виктора Бокова. Сделаем. Сделаем. Если у вас любимый комедийный актер, назовите, пожалуйста. Вообще, наши комедийные актеры хорошие, я их очень люблю. Валентин Гафт, замечательный актер, да и Андрей Миронов, прекрасный актер. Ну, Аркадий Райкин, я уж не говорю. А какой прекрасный комедийный и драматический актер Константин Райкин. Да у нас много, так сказать, мастеров. Вы говорили, что поэт рождается раз в 100 лет. Кого вы считаете поэтом 20 века? Ну, вы знаете, я говорил о стихотворцах и поэтах. Настоящий поэт тоже может быть гениальным, талантливым и, ну, способным. Он настоящий поэт, но не очень крупный. Ну, целый ряд поэтов, так сказать, истинных поэтов. Тут и Маяковский, которого я, например, не очень люблю, но это настоящий поэт, куда ж деваться. Здесь и Сергей Есенин, здесь и, ну, тут много. Да и Алексея, например, не очень люблю, но это настоящий поэт, куда ж деваться. Здесь и Сергей Есенин. Здесь и... Ну, тут много. Да и Александр Блок не такой уж плохой поэт. Вы читаете стихи просто так для себя или пытаетесь найти в них строчки для новых пародий? Вот это существенный вопрос. Вы знаете, я никогда не беру книгу в руки вот с твердым намерением написать пародию. У меня этого нет, хотя я профессионал своего дела. Я просто вот... Нет, я не ищу специально. Но это... Само в руки идет. Скажите, как вы относитесь к поэме Егора Исаева «Даль памяти»? Она недавно выдвинута на соискание Ленинской премии. Ну, выдвинута и хорошо, отношусь я к ней спокойно. Последнее время вы стали популярным объектом пародий, которые на вас пишут, да. Скажите, пожалуйста, нет ли еще пародию на Александра Иванова? Да нет, еще как-то нету. Да, что-то пошли пародии. Но вы знаете, вот в «Крокодиле» была на меня пародия. Это вообще была глупость, потому что она... Не дослушали, что я хочу сказать. Она представляла собой комплимент в мой адрес. Но это уже полная дискредитация жанра. А в «Литературной газете» была симпатичная пародия. Там меня, так сказать, уязвили и правильно, в общем, так сказать, уловили какую-то... характерную черточку. Это мне понравилось. Барков тоже считал себя пародистом. Как вы себя представляете в далеком будущем? В далеком будущем я себя не представляю. Дело в том, что пародия — это, в общем, жанр сегодняшнего дня. И, так сказать, на бессмертие, на литературное бессмертие я ни в коей мере не рассчитываю. Кстати, Барков — замечательный поэт XIX века. Он, правда, в общем, прославлен, так сказать, в народной памяти своими непристойными стихами. Вот, но он был замечательным сатирическим поэтом, замечательным. Пишете ли вы пародии на других пародистов? Нет. Какая настоящая фамилия ваших родителей? Вот это ничего, да?